Всем здорово! Вы прикиньте, самого меня хотели пранкнуть. Позвонила мне Кайтела и стала такое на серьезных щах, такой говорит, да в твоих роликах там заснята такая-то территория, да там того-то, того-то там оскорбил, туда-сюда, все, короче, у тебя проблемы. И, короче, на этот момент у меня продолжается телефон, который, вот он, который 2 недели может работать, и тут он херак разъедет. Я заряжаю телефон, перезваниваю. Кстати, номер этого шутника будет вот сверху надо мной. Можете тоже прикольнуться, угорнуть. Ему очень будут интересны веселые разговоры. Ну, поехали. А что у нас, 1 апреля наступило, или вы от цирка отстали? Что это за такие детские приколы? Какую еще нахер девушку? Какие ролики? Претензии есть! Жду вас в суде! Вы кто? Супер крутой дядька! О, клоунада закончилась. Ну чё, пранканул, да? Ха! Чё-то клоуны как-то слились. А цирк закончился. Вот так вот, ребята. Я выясню за баню. Алло! Блин, вот я знаю, что ты меня, сука, смотришь. Я тебя забаню. Алло!